Почему не спишь? Поздно, а тебя долго нет. Я волнуюсь. А мы с Петей гуляли. Я даже не заметила, как время пролетело. Я в ванную и спать. Ну, дождались дочку. Теперь-то хоть спать пойдете. Ну, слава богу. Схватили и увели от меня. Я сразу же поняла, что она умерла. Не верь снова. Не верь. А мама твоя? Она в Крым уехала. Да. Домик покупать. Для тебя и для мамы. Она бы не уехала, не попрощавшись. Она же знает, что я ее жду. Она просто не успела. Зато, ты знаешь, она тебе кое-что оставила. Смотри. Что тут у нас? Давай посмотрим. Что это такое? Подрастешь и будешь их носить. Когда она вернется? Когда домик купит. Это же дело непростое. Нужно, чтобы домик был на берегу моря. Да? Мамочка очень тебя любит. Очень о тебе заботится. Она хочет, чтобы тебе в домике было уютно. И чтобы домик был, как в сказке. Расскажи. Сказку рассказать? Сказку. Далеко-далеко, где-то на берегу моря, стоял домик. Были у него красивые ставни и высокое крылечко. Такой же, как мама купит? Да. И жили в этом доме маму с дочкой. Они очень любили друг друга. Но однажды дочке пришлось уехать. Далеко-далеко. Мама очень-очень ее ждала. И затосковала. Я тоже по маме тоскую. Вышла мама на крутой берег. И так ей захотелось дочку увидеть, что превратилась она в белую чайку. Залетела высоко-высоко к небесам, над морем, и стала свою дочку звать. Звала-звала, кричала-кричала, а дочка, находясь где-то далеко-далеко, почувствовала зов матери, обернулась птицей и полетела ей навстречу. И встретились они высоко-высоко, где-то в небесах, и больше никогда не расставались.
Быковский – международный авторитет в области микробиологии. Кофе? Не откажусь. Садись, не стесняйся. Спасибо. Продолжай. Так вот, его институту и его разработкам западные службы уже давно проявляют повышенный интерес. И неспроста. Дело в том, что Быковский уязвим. В смысле? Ну, он достаточно амбициозен. Прекрасно понимает, что все результаты его работы хорошо конвертируются во что угодно. Большие деньги, международные премии. У нас ему навряд ли светит Нобелевская, так как все его разработки элементарно закрыты. А там это вполне возможно. Да, да. Сахар? Угу. Вот, вероятно, на этом и постарается сыграть Гюнтер. А для выполнения такой задачи Грушин очень хорошая кандидатура. Так вот, разговор их, к сожалению, нам не удалось записать, но, вероятнее всего, Быковский пойдет на контакт. Ну, посмотрим. А пока продолжайте наблюдение. А это вы здорово вчера, Юрий Владимирович, по Голубевой выступили. Ребята из отдела только об этом и говорят. Может, обойдемся без комментариев? Виноват. Спасибо за кофе. Не за что. Разрешите идти? Иди. Алло. Госкомспорт? Приемная? Добрый день. Это из Комитета госбезопасности беспокоит. Майор Рогов. У вас лежит заявление на выделение путевки Голубевой Ларисе Алексеевне в Суздальский реабилитационный центр. Так вот, эту путевку необходимо выделить немедленно. Алло. Алло. Кто это? Это Гелла, Татьяна Александровна. Вы меня не узнаете? А что тебе от меня нужно? Я никуда не пойду, так Регине передай. Я не по этому поводу звоню, боже упаси. Просто Регина Альгердовна просит уделить ей время, всего несколько минут. Хочет объясниться, поговорить. Так что вы, Татьяна Александровна, не откажите. Спуститесь вниз, во двор, если вам не сложно. Она вас ждет. Танюшечка, привет. Таня. Господи ты, боже мой, что же они с тобой сделали? Поверь, я вообще ничего не знала. Не верю. Ну и зря. Врать я не буду, я хотела тебя проучить. Ты же сама мне вариантов не оставила. Ты бунт подняла. А как я перед девчонками? Они же вообще мне тогда подчиняться никогда не будут. А потом Гели, я сказала, просто легко тебя постращать. А не давать дело до края, да? Ну что? В Измайлово больше ни ногой, все, клянусь, никогда. Так что отдыхай, набирайся сил до особого распоряжения. Тань, а как мама? Может, денег дать? Спасибо, конечно, не нужно. Ну и напрасно. Да хватит дуться. Таня, не всегда все, что кажется плохим, плохое на самом деле. Ну и немножечко помажь тут у себя. Thank you.
давай. Угу. Не, я не буду помидор. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Тань, ну наконец-то, где ты была? Мы уж позавтракали. Ну-ка, подожди. А что у тебя с губой? Мамочка, да все нормально. Вчера мылась в ванной, ударилась о край. Ничего. Нет, подожди, покажи мне. Мам, все хорошо. Да ты что, Тань, ну так же разбиться можно. Вообще, в последнее время ты какая-то странная. Возьмите. Кто звонил вчера? Ты кого-то ждешь? Нет. Я открою? Ну, конечно, открой. Сейчас посмотрим. О, девчонки! Здравствуйте! Здрасте. Это ко мне. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день, Лариса Алексеевна! Здрасте. Привет! Здрасте, здрасте! Здравствуйте! Здрасте, здрасте, здрасте! Угадайте, что мы вам принесли. Спасибо. Что такое? Вы ни за что не поверите. Ну, не торопите, говорите уже. Нам позвонили из Госкомспорта. Да. Так, ну? Вам выделили путевку. Мамочка! Мы сразу поехали туда и забрали ее. Вот она! Да вы поедете лечиться в Суздаль! Боже мой! Нет, ты посмотри, Таня, сколько на свете хороших людей, а? Ну, теперь-то мы не пропадем. Спасибо! Спасибо! Поздравляю, молодцы! Браво! Поздравляю! Здорово, здорово! Ну, Петя, каждый следующий концерт лучше предыдущего. Да, новая любовь дает новый импульс к творчеству. За комплимент спасибо. Гюнтер, а вы достали то, что я просил? Ну, я когда-нибудь не выполнял своих обещаний? Два билета на открытие Олимпиады. Вам с Таней будет интересно, сколько впечатлений новых ждет вас. В этот день творится история. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Алло, Таня? Я сейчас приеду. У меня для тебя сюрприз. Может, не надо? Ты меня и так уже сюрпризами завалил. А где ты? На концерте только что отыграли. Тут шумно, я тебя почти не слышу. Короче, скоро буду. Мы с ребятами погудеть решили. С нами как, не желаешь петь? Нет, нет, я не могу. А ты к Тане? К Тане намылился? Старик, я бы на твоем месте не торопился. Это еще почему? Старик, ты мой друг. И я честно, я не хочу тебя огорчать. Но все ребята уже знают, и в конце концов тебе кто-то об этом расскажет. О чем? Ну давай говори уже. Таню твою видели в космосе, в Измайло. Тебе что-нибудь говорит об этом? И что здесь такого? А то, что я узнал, что София – это девушка по вызову, она подруга Тани, ты понимаешь, о чем? Ты на что намекаешь? Ты остынь, остынь, не кипятись, не исключено, что твоя Таня. Ты понимаешь, о чем я? Напрасно, старик, ты из-за нее копи ломаешь. За такой можно и по роже схлопотать. Петь, сбавь оборот. Я буду счастлив, если ошибаюсь. Я просто хотел предупредить. По-братски. Тут такое дело. Нам надо поговорить. Давай сначала я скажу. Петя, ты очень хороший, замечательный. У тебя такие чудесные родители. Я в твоем уютном доме будто душой отогрелась. Я с нежностью отношусь к тебе, но это не любовь. Таня, я... Пожалуйста, дай мне договорить. Я вижу, как серьезно ты ко мне относишься, и поэтому не хочу тебе врать и морочить голову, и тем более, чтобы ты жертвовала ради меня чем-либо. Это бесполезно, потому что мы совершенно разные люди, мы не можем быть вместе. Я так не считаю. Если ты из-за этих сплетен хочешь со мной порвать, то я в них не верю. А если это не сплетни? Если это правда?
все равно, правда это или нет. Я от тебя не отступлюсь. Для меня существуешь только ты, все остальное не имеет значения. Ты не понимаешь. Мне плевать на правду или сплетни. Я просто не люблю тебя, и с этим уже ничего нельзя поделать. Петя. Петенька, спасибо тебе за твою бескорыстную помощь, за твое счастье. Обязательно встретишь хорошую девушку. Ты будешь с ней счастлив. И будете любить друг друга. Прости. Таня, постой! Совсем забыл про сюрприз. Билеты на открытие Олимпиады. Я не возьму. Бери, это не я. Гюнтер подарил. Ты же давно мечтала. Машку с собой возьмешь, пускай порадуется ребенок. Она от радости с ума сойдет. Бери или порву. Уже вернулась? Ты же на свидание пошла. Петя не пришел. Мы с ним расстались. Что ты? Поругались? Помиритесь еще, а? Нет. Нет? Mm-mm. Ты знаешь, мы же даже не ссорились просто. Просто я ему сказала, что мы друг другу не подходим. Ты знаешь, ведь вроде все правильно сделала. Так грустно. Не грусти. Может, он совсем не тот человек, который тебе нужен. Как встретишь того единственного, ты сразу это почувствуешь. Да, и все, что было до него, покажется тебе совершенно неважным. Так было, когда я твоего папу встретила. Да? Угу. На студенческом вечере. Пригласил меня танцевать. Танцевать не умел, все ноги оттоптал, но очень хотел познакомиться. Ну, я смотрю, ты смеешься. Да. У тебя кто-то уже есть на примете, да? Слышь меня? Да слышу, я слышу. Ой, нам Петя с Машкой достал билеты на Олимпиаду. Здорово. Вживую увидите, как олимпийский огонь зажигают. Ну ладно, надо спать ложиться. Завтра в больницу рано ехать. Будут санаторную карту заводить для Суздаля. Да? Угу. Ну все. Давай спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Маленькая моя. Здесь чувствуете? Ага, да. А здесь? А здесь? А! Больно. Это замечательно, что больно. Это чудно, что больно. Вот вам результат действия аминокона. А ведь мы еще полностью не прокололи второй курс. Так, ну что ж. Вы, простите, в футбол играете? Нет. Предпочитаю волейбол. Тогда готовьтесь. Скоро бегать начнете. Я вас поздравляю. Ну что ж, осмотр закончен. Танечка, пройдемте со мной в кабинет. Да. А Лида, помогите Ларисе Алексеевне. Да, конечно. Мамочка. Аркадий Юрьевич. Да. Это вам. О, нет, это я не возьму. Ну что, это я вам должен ставить. Я вообще не понимаю, как у вас это получилось. Ну, я-то здесь при чем?
Аркадий Юрьевич, это все ваши золотые руки и хорошие лекарства. Неправда, Танечка, неправда. Ой, в нашей клинике были пациенты с подобными случаями, были лекарства и все было, но зачастую безрезультатно. Это ваш прорыв. Ваша мама – это ваша заслуга. И дай бог, дай бог. Ой, ваша мама – красивая, цветущая женщина. И у нее вся жизнь впереди, понимаете? Вся жизнь, которую вы ей подарили. Эх, давайте за это и хряпнем. А давайте. Осторожно, осторожно, осторожно. Поднять невозможно. Все, все, все. Так. Кирпичи туда напихали, что ли? Тань, Тань, подожди, сейчас, подожди, сейчас, мамочка. Ну, любимая моя платье, давай, давай, забыли. Давай. Забыли. Давай, давай. Такси, заказали такси? Ну, такси. Какой такси? Тебя же на скорую везут. Угу. Да вас с таким количеством барахла ни одна машина не возьмет. Почему это не возьмет? И в санаторий не пустят. Возьмет. Моему Мишке тоже надо в санаторий, у него лапка оторвалась. Ты моя хорошая, мы с тобой Мишку вылечим, мы с тобой ниточки возьмем и зашьем ему лапку. Конечно. Иди, конечно. Что-то как-то рано скорой приехала. Давай, скорее. Приехали, Таня, закрывай. Да, 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 давай. Оп, так. Теперь с этой стороны. Да. Давай, давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Квартира Голубевых? Да. Здравствуйте. Мы из инспекции по делам несовершеннолетних. К нам поступил сигнал, что у вас незаконно проживает несовершеннолетняя сирота. Это она? Как тебя зовут? Почему же незаконно? Вот мы и пришли выяснить, есть ли у вас документы на девочку. Нет, документов у нас нет, но кто вам о ней рассказал? Соседи ваши. Мы ее сейчас забираем и девочку сегодня же определяем в детский дом. Подождите, но ребенок это не вещь. Как можно его вот так взять и забрать? Ну-ка, иди-ка сюда. Мы действуем по закону, и у нас есть все полномочия на изъятие ребенка. Я вам ее не отдам. Отойдите с дороги. Девочка, иди сюда. Куда забралась? Васильна? Да. Давай, тащи ее. Далеко запряталась-то. Перестаньте третировать ребенка. Вы что делаете, а? Вы хотите, чтобы она по вашей вине заикой стала? Давайте договоримся. Вы сейчас уйдете, девочка успокоится, я ее подготовлю, и мы вам ее передадим. Хорошо. Мы вам даем неделю. Но через неделю мы ее заберем. Конечно. Васильна, пошли. До свидания. До свидания. Бабушка, ты же не отдашь меня этим тетям? Бабушка. Ты же нарочно это сказала, бабушка. Бабушкой меня назвала. Никому не отдам тебя, солнышко, никогда, никому. Простите, пожалуйста, я хочу ее удочерить. Что мне для этого нужно сделать? Просто, понимаете, девочка пережила очень многое. У нее маму убили. Мы понимаем ваши чувства, и вам жалко девочку, и вы к ней привыкли. Но по нашему законодательству незамужняя, бездетная женщина не может удочерить. Поэтому вот подпишите протокол о том, что вы обязуетесь передать нам ребенка. Подождите, а тогда моя мама может ее удочерить? Ведь у нее есть ребенок, то есть я. И она 20 лет была замужем. Пожалуйста, я вас очень прошу, дайте нам время. Мы все решим. Ну, не знаю. Ну, давайте так. Приходите к нам в райотдел. Угу. Мы вам дадим перечень документов, заявление. Угу. И подумаем, что можно сделать. Да. Хорошо. До свидания. Спасибо, до свидания. Дико. Идем. Салют. Пока. Пока, Мишка. Петруха, спасибо. Пока. Тебе. Что не в духе? Что-нибудь случилось? Таня, довольна билетом? Да, очень. Спасибо. У меня просто голова болит. Голова болит, когда проблемы. Когда они уходят, с ними и головная боль уходит. Вас подвезти? Нет, спасибо, дорогой. Я прогуляюсь. Thank you.
Здравствуйте, ваши документы, пожалуйста. Да, здравствуйте, сейчас. Пожалуйста. Ага, подождите здесь. Я, да, конечно. Тетя Нина, видели, сколько там цветов? Пойдем посмотрим. Мамочка, как здесь хорошо. Да. Ты знаешь, Таня, тебя же в Суздале крестили. Моя мама, твоя бабушка. Да, тайком. Никто не знал, никто. Даже я не знала. Боже мой, какое странное стечение обстоятельств. Священник молодой еще был, мама говорила, лет 25. Угу. Таня, значит, он жив еще. Он, может быть, даже служит здесь, в этой же церкви. Мамулечка, мы с тобой как только осмотримся в санатории, я тебя к нему обязательно отвезу. А потом ты пойдешь туда сама. Слышишь меня? Пешком, мамочка. Я думаю, что тебе рекомендуют пешие прогулки. Ну, а что может быть лучше прогулки к церкви, правда? Маша! Бабушка! Бабушка, а ты Олимпиаду видела? Видела в Риме 20 лет назад. Да, наша команда тогда по художественной гимнастике выиграла. Нина, за мной! Есть! Все в порядке. Второй корпус, 52-я комната. Спасибо. Спасибо. Туда. Спасибо. Так, держи, мамуль. Угу. Поехали. В общем, строю нашей сборной пройдут мамины девочки, Катя с Лёкой. Они сегодня позвонили и сказали, что передадут привет. В камеру. Ой, простите, я совсем забыла. Спасибо вам большое, это мама просила передать. За что? Ну как за что? Вы нам так помогли. Я вообще ума не приложу, как бы я достала второй курс аминофона. А деньги я вам потом обязательно... Оставьте, Таня. Потом как-нибудь. Смотрите, смотрите, спортсмены идут. Ух ты! Сегодня они вместе были на открытии Олимпиады. Явно, что Гюнтер ей симпатизирует. Да. Пора его брать. А олимпийский огонь вдруг как вспыхнет, я прямо испугалась. А что еще тебе понравилось? Тимо на палочке. Я бы 100 пачек съела. Иди сюда. Иди. А что это у нас тут такое? Иди сюда. Давай мы с тобой немножко здесь постоим, хорошо? Хорошо. Ты что тут делаешь? Живу я здесь. Что ты врешь? Что ты врешь? Я тебя не знаю, ну вали отсюда. Надымила тут всякой дрянью. Слышь, я что, у тебя дома на кухне дымлю, что ли? Я в общественной парадной, где каждый советский гражданин может торчать столько, сколько ему вздумается. Еще вопрос есть? А давай мы с тобой до дома на перегонки. Давай, я первая добегу. Нет, 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 догони, догони. Ну-ка, стой. Ну-ка, догони, догони, догони. Не догонишь, не догонишь. Ой, сейчас догоню, ой, поймал. А, поймал. Ой.
А теперь пора зубки чистить и спать. Поздно уже. Хорошо. Ну-ка, ну-ка, спать, спать, спать. Так, ну-ка, теперь рассказывай, что случилось. Вот. Господи. От такого пейзажа все клиенты шарахаются. Ты знаешь, дело даже не в этом. Заживет, и волосы, они, конечно, отрастут. Я после того случая на поминках, я сильно призадумалась. Деньги — это, конечно, хорошо, но они не главное. Жизнь дороже. Знаешь что, Тань, нужно драпать в родное Запорожье, пока меня окончательно не изуродовали. Надо. Надо, уезжай. Уезжай отсюда. Как? Они в связи с этой Олимпиадой в Москве особый режим ввели. Без прописки ни въехать, ни выехать. А Регина меня по всему городу, где хочешь, найдет. Но девочки сказали, к тебе не сунется. Да вот тише. Ну что ты кричишь? У меня Машка спит. Садись давай. Прости. Садись. Девчонки сказали, что она к тебе не сунется. Поэтому я к тебе и пришла. Примешь, а? Ну, конечно. Ну, если, приму. Конечно, твои возбухать не будут. Приму. У меня мама сейчас в санатории, нам с Машкой ты совсем не помешаешь. Ой, правда? Оставайся. Танечка. Танька. Да ну ты чего? Да ладно. Спасибо тебе, Танечка. Не за что. Не за что. Давай чай пить. Здрасте. Вы хозяйка? Да, в чем дело? Поступил сигнал, что в квартире находятся подозрительные лица. В квартире есть посторонние? Да, но… Подождите, подождите, что такое? Попрошу предъявить паспорта. Да, конечно. А, у меня там в сумке. Пожалуйста. Иногородняя. С какой целью прибыли в Москву? Она моя родственница. А вас не спрашивают. Отвечайте, в каком родстве состоите? Я подруга, я в гости и… Так подруга или родственница? В квартире есть еще кто-нибудь? Да, можете потише, ребенок спит. Чей ребенок? Мой. Он у вас в паспорте не записан. Мы оформляем документы на удочерение. Прошу пройти со мной в отделение, а вы будете ребенка. Подождите, так и почему? За что? Что мы такого сделали? Сейчас, подождите секунду. Сейчас. Да. Алло, я прошу прощения. Кто это? Юрий, это Таня. Таня? Да, извините. Что случилось? У меня в квартире милиция. Они собираются забрать нас в отделение. Я с подругой. Она из Запорожья, не может уехать домой, а меня из-за того, что на Машку еще документы не готовы. Я не знаю, что делать. Они ссылаются на какое-то постановление. Да, да, да. Об усилении контроля и мер безопасности на время проведения Олимпиады. Так а что делать? Так, кто там у них главный? Трубку ему передай. Ага. Это вас. Лейтенант милиции Капралов. Да, послушай, лейтенант. Это майор КГБР. Юрий Рогов беспокоит. Убедительная просьба. Оставьте эту семью в покое. Вам все понятно? Так точно. Прошу прощения. Ошибочка вышла. Идемте. Почему? Тут же ясно все, как божий день. Рябов, что тебе ясно? Танюш, ты куда? Нет, я, конечно, побуду одна, но просто мне одной стрёмно. Так, на, держи. Я сейчас. Ну, Тань. Дверь открой. Я сказала, дверь открой. Ну, чего? Чего ты ломишься? Танюш, спокойно. Спокойно. Это ты милицию вызвал. Что? Да я знаю, что ты, больше некому. Только ты знаешь, прогадала немного. Милиция пришла и ушла, извинились и ушли. А ты знаешь почему? Потому что у меня в милиции все схвачено. А я не знала, Танюх. Ну что ты? Ну если ты еще раз донесешь, я тебе обещаю, они к тебе придут. Магазин, домой, куда угодно.
И потом пусть выясняют, почему у тебя столько хрусталя у продавщицы в квартире. И будь спокойна, что в следующий раз они просто так от тебя не уйдут. Какая ж ты неблагодарная. Вот вместо того, чтобы спасибо сказать, ты меня своей милицией стращаешь. За что? За что спасибо? Ты вообще в своем уме? Да я мать твою спасла. Понимаешь, если бы не я, лежала бы она колодой не шевелясь, а ты бы за ней утку целыми днями таскала. Благодаря мне у тебя деньги появились и лекарства, на которые ты свою мамашу вылечиваешь. Да ты молиться, понимаешь? Молиться должна на меня, а ты морду воротишь. Я молиться на тебя должна? За то, что ты решила нажиться на моем горе? Ой. Да ты как мамаша твоя. Вы же ни черта в жизни не знаете. Вы же не понимаете. А вы вот, вместо благодарности что? Да ты же через год-два за богатого иностранца выскочишь и в Европу ее долечивать повезешь. Может быть, тогда ты меня оценишь и спасибо скажешь. И не на словах, а в конвертируемой валюте. Какая же ты все-таки. Ну ладно, Танюк, ну чего ты? Ну, Танюк! Сволочь ты, Танька, неблагодарная. Танюш, ты пока уходила, тут человек один звонил. Но я сначала трубку не брала, стрёмно. Но он так настойчиво звонил, что я потом ответила. Ну и что за человек? Ну, я не знаю. Но, может, тот, которому ты звонил тогда, он потребовал, чтобы я продиктовала мои паспортные данные и город, куда я уезжаю. Он так потребовал, что я ему все рассказала. Не нужно было, да, Танюш? А что ты так шепотом говоришь? Да хрен знает. С перепугу, наверное. Слышь, Тань, а он кто? Покровитель твой, да? Ну, крутой чувак, влиятельный, раз с этими медами все на вась-вась решил. Да, наверное. Вот умеют же некоторые пристраиваться, а? Вон Софи. Ей мужики, помимо того, что деньги платят, они еще и подарки всякие тащат. Ты вон тоже, гляжу, не промах. Смотри, какого мужика себе надевла. Одна я вот, кроме пары австрийских сапог, так ничего и не нажила. Танюк, скажи, а где такие крутые берутся? Мне бы так не помешало бы. Где ты с ним познакомилась, а? Слушай, очень устала. Хочу спать. Давай я тебе потом все расскажу. Василиса Семеновна. Это я. Вот. Вы Приходько. Держите. Билет из Запорожья и командировочный лист. А это не Липовый. Я по нему уеду. Простите, а вас Юрий Владимирович прислал? Вот здесь распишитесь. Да, да, конечно. Всего хорошего. Спасибо вам. До свидания. Начинается от хвоста Октава.
сделать еще вот такую. Оп. Ну что, будем прощаться? Да. Вот, держи. Нет, 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 Таня, я не возьму. Ты и так столько для меня сделала. Тебе вон Машку поднимать. Послушай, а тебе с нуля все начинать. Бери, потом отдашь. Спасибо. Знаешь, Таня, мне даже не верится, что я из этого всего выбралась. Ты Машку береги. А знаете что, девочки? Вы приезжаете ко мне на лето. Но грибов, ягод наедите. С моей мамой знаете, как будет рада? Приедете? Приедем! Мы ведь приедем! Обязательно. Давай мы тебя проводим. Нет, нет, нет. Долгие проводы, лишние слезы. Не люблю, когда меня провожают. Таня, здравствуй. Здравствуйте. А, это тебе. Спасибо. Я вам как раз позвонить собиралась. Спасибо большое за билет и за то, что с милицией тогда все утрясли. Они сразу же после вашего разговора ушли. Да не за что. А, ну, пойдем. А вы-то как здесь оказались? Ну, я знал, что ты будешь провожать подругу. Так, а это у нас кто? Ой, может, извините. Познакомишь нас? Да, это Маша. Привет, Маша. О, серьезная девушка. У меня сегодня выходной. Может, давайте поедем куда-нибудь вместе, погуляем? Мороженого поедим. С удовольствием. Я хочу в цирк. Меня мама туда водила. Можно в цирк? Ну, в цирк так в цирк. Вызывали, товарищ генерал? Рогов еще не вернулся? Никак нет. Как проходит разработка Гюнтера Клейснера? Клейснер вышел через Грушина на Быковского. Похоже, именно Быковский и деятельность его института. Это и есть основная цель Гюнтера. В настоящее время мы готовим операцию по их нейтрализации. Гюнтер метит не бровь, а в глаз. Ему подобают стратегические цели. Противоракетную оборону, химические разработки. И главное, за 25 лет его деятельности ни разу его не взяли. Не на чем. Ну, с Грушиным и Быковским мы дома разберемся. А к Лестнеру есть хоть какие-то подходы? Он ведь черт осторожный. Да, есть. Он сблизился с Голубевой Татьяной. И мы планируем при необходимости ввести ее в операцию. Юрий Владимирович как раз сегодня с ней встречается. Это неплохо, что он хоть с кем-то пошел на контакт. Значит, и передайте Рогову, если он считает перспективным, пусть разрабатывает ее. И держите меня в курсе. Есть. Разрешите идти? Да, идите.